Друзья, привет! А вот это у нас сегодня не котики в ленте, а богомол. Жарко очень. Вот он и спустился, богомол, на землю. Ходит, ходит потихонечку. Ну, вроде бы все с ним нормально, друзья. Да, лапки ничего, кошки не покусали. Просто идет вот так вот потихоньку. У нас с утра уже, друзья, уже 35 градусов, а днем 40. Когда эта жара спадет у нас, Краснодарского края, не знаем. Очень тяжело, тяжко. Так что не говорите, 30 градусов в Москве плохо, не могут. 30 градусов это прохладно, друзья. Вот так вот. Ну давай, богомол, иди. Ты можешь. Потихоньку, это ему от жары плохо. Все будет хорошо. Мы в тебя верим. В мире животных. Давай, давай. Находи свою семейку. Всем хорошего настроения. Пока-пока.